Не отчаивайтесь. Сии грозные бури обратятся ко славе России. Написано на свитке, который на иконе держит адмирал российского флота Федор Ушаков. Он родился в 1745 году в Ярославской губернии в небогатой дворянской семье. Ушаков закончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. За всю свою службу адмирал Ушаков провел 40 кампаний, в которых не потерпел ни одного поражения, не потерял ни одного корабля. Ни один из его матросов не попал в плен к неприятелю. Помимо военных подвигов, Ушаков был известен как человек высокой духовной жизни. Выйдя в 1806 году в отставку, адмирал последние годы жизни занимался благотворительностью и помогал обездоленным. Скончался адмирал в 1817 году. В 2001 году святой праведный воин Феодор был канонизирован.